The legend of the dragon warrior takes many twists and turns. The warrior's journey took him through many... Наша следующая глава, дорогие друзья, это Тайна Песков. Отправляемся в данное место, чтобы узнать разгадку и в то же время тайну. Хотя мастер кунг-фу был безмучен и полностью потерян, ничего не могло остановить нашего героя. Наш герой всегда будет на передовой. А хотя я так разочарован в этом. Вставай, По, вставай. Я просто очень голодный. Не представляешь, я такой же голодный, как и ты, но я же терплю. Так что давай, будь мужчиной, будь медвежьей пандой, вставай. По, вставай. Ну, давай, давай, давай. Где? Где? Встань, воин, дракон. Пришло время тебе выполнить свое предназначение. Учитель Огвей? Это что, правда вы? Ну, конечно. Почему ты так спрашиваешь? Ну, вы там парите и сияете. Серьезно? И значит, есть. И где бы ты взял это печенье, а? Да, воин-дракон. Следуй своим инстинктам, иди за печеньем. Загадка этого места откроется тебе. Иди за печеньями, воин-дракон. Это сейчас будет полная жесть, да? Миндальное печенье. А вот и я. И наш По. Легендарное приключение, надо собрать 4 луны камня, дорогие друзья, здесь. Ну что, погнали. Если ты потеряешь среди факелов, они покажут тебе путь к лунным камням. Так, вот, смотрите, вот эти вот 4 у нас... место, куда нам нужно попасть. Это башни, которые охраняются волками, шакалами, кому как больше нравится. И для того, чтобы наш мастер По туда добрался, нам нужно приложить немало усилий, соответственно, добыть один камень, чтобы его вставить вот этот вот кольцевой орнамент и, соответственно, попасть внутрь. Окей, давайте начнем с этого. Сальтуха наша все, да? Так. Погоди, по-моему, здесь работает именно так. Я, конечно, могу ошибаться. Ну да, все правильно я делаю. Так, окей. Слышь? А почему ты туда не забираешься? В чем проблема? Ха. Говоришь, факелы, да? Я правда не помню, как про эту миссию проходит, если честно. Это было давно. И неправда. Здорово, ребятки. Успехов вам. В вашем начинании. Надо еще вот эти лестницы опускать. Ну, миссия, конечно, прям... Так, один камень есть.
плюс один в копилку. И сразу лестница открывается вам до следующего камня. Осталось, ребята, три. Давайте теперь спускаться. Не вздумайте никуда провалиться, иначе у вас будут большие проблемы. Это я вам обещаю. Так, теперь давайте вот сюда пробовать. Блин. Что-то как-то я не забрался туда. Хорошо, давайте еще раз попробуем. Здравствуйте. Добрый вечер, я поп-диспетчер. Очень рад вас видеть. Хорошо. Так, давайте подниматься вот сюда. Но только как? Я вот не помню. Туда как подняться? Надо лестницу опускать. А как это сделать-то? Надо что-то найти, какой-то механизм, чтобы нам туда спуститься. Другого пока варианта я не вижу. Так, окей, аккуратненько. Ага. Так, еще один камень есть. Еще один камень есть у нас. Так, ну как вот туда Ага, как туда попасть-то? Что-то мое пока не понимать. Congratulations. Так, а он все отсюда не прыгает, да? Так, а как? Погоди. Вот туда нам надо попасть. Но как там не спущена лестница? А как ее спустить-то? Моя пока не понимать, как это сделать. Ну серьезно, я пока не знаю, ребят, как это можно придумать. Так, стой. А
Ну, здесь заскриптовано, сюда мы не можем пройти просто-напросто. Ну-ка. Он сюда не может, да? Серьезно, ты какой тут без бутылки не разберешься прям. Congratulations, you have found a... Так. Вот там мост. Ну как? Надо разогнаться, наверное, хорошо, да? Может быть, так у нас получится. Здравствуйте. Как у вас? Успехи? Все хорошо? Добрый вечер. Я по панда-диспетчер. Молодцы. Лучшие. Тихо! Брат. Ладно, наберем скорость. Так, 3 из 4. Hey, there are more torches over there. Вот там еще факелы. Это и так все видно по. У меня тут поклонники появились, да? Так, а как вот туда теперь залезть? Надо подумать, да? Ведь должен быть какой-то проход, да? Но я что-то пока не понимаю, как мне туда попасть-то. Может быть, как-то здесь, наверное, пройти надо. А, попробуем. Оказывается, проход у нас вот здесь. Оп! Оп! Давай, по!
Ты же у нас мастер. Воин-дракон, ёпта. Всех размотаем. Все, последний камень доставлен, теперь спускаемся вниз. Ну уже, вперед. Да. Да, сука, спускаемся вниз. Наконец-то, тайна миндального печенья будет открыта. Зачем ты пришел сюда, а? А, это ты. То есть, ты и он, да? Почему ты пришел на мою площадку? Твою? Твоя? Ой. Зачем? Я пришел за просто за печеньем. Эй, тихо. Это все хорошо. Да даже все отлично. Ладно, я все понял. Легендарная. Как уничтожить, блин. Я вот что-то не помню, как это делается, если честно. А, я понял, как это делается. Все. До меня дошло. Это все с вами понятно. Оп. Не туда закинул. Держи. Так, осталось чуть-чуть, да? Миссия сделана. Кто это? Ты кто? Ну давай, любишь катающийся панду? Нет, я так, наверное, в него не попаду. Ладно, а вот так?
Походу мы спускаемся еще ниже. Это что такое? Что это за большой такой странный манекен? Карта дворца. Ужасные карты и стратегические штучки. Нет, вкуси Фингер, Холд. Усовершенствованный повелителем вкуски 4-й династии. Что же он здесь делает, а? Это для тебя, воин-дракон. Это ты, повелитель Огвей? Пришло время встретиться с судьбой. Итак, но уже нет печенья. Да? Привет. Есть кто дома, да? Сотка из 100. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Лайкос и подписочка. Удачи вам.